Смотрите, знаете, что я мимо таких моментов не прохожу? Вот прилетела пчела, только что она сидела в цветке тыквы. Это пустоцвет, самец. Вот пчелка поработала там, взяла нектар, пыльцу. Куда она понесет, неизвестно. Обработала я сегодня кабачки. Вот. После дождя почва стала плотная. Очень много наросло сорняков. И под кабачками была сырая земля. Пришлось и прополоть, и прорыхлить, чтобы они дозревали, лежали на такой земле уже рыхлой, подсохшей, чтобы кабачки были хорошие, хорошего качества, не подгнивали. Тут есть секрет огородника. Чем больше мы собираем кабачков с кустов, чем чаще, тем больше их растет. Вот я убрала патиссоны уже большие. И посмотрите, уже маленьких сколько образовывается. Патиссонов несколько сортов, они разные, зеленоватые, чисто белые, желтые. Они, конечно, любят влагу и солнце, но все равно необходимо убирать вовремя сорняки, рыхлить. Если оголился ствол, тут уже я все прибрала показать. Если оголился ствол, необходимо немного и окучить, чтобы куст стоял крепко и не поддавался никаким ветрам. Это тыква плетущаяся. Такой цвет листьев для нее нормальный. Это не болезнь. Это все хорошо. Так, на руки мои не смотрите. Это я пропалывала, они все в земле. Вот что хочу показать. Плетущаяся тыква дала длинным усиком своим корешок. Его необходимо при обработке закопать рыхлой землей, окучить. Это тыква в форме кувшинчика. Вот пока маленькие зачатки еще, но подрастут, я вам потом покажу. Когда плети укореняются, куст получает больше питательных веществ и можно ожидать лучшего урожая. Подведем итог по тыквам, патиссонам и кабачкам. Кустовые кабачки, тыквы, патиссоны окучиваем, рыхлим, вокруг них убираем сорняки, плетущиеся ветви мы кладем на рыхлую почву, чтобы они легче укоренились и получали больше питательных веществ, давали больше плодов. Если эти культуры посажены в хорошую, плодородную, заранее весной или осенью подготовленную почву, никаких удобрений, ничего не требуется. Если вы посадили их в истощенную почву, то можно подкормить их раз в две недели раствором настоянных сорных трав, крапивы, одуванчика. Один стакан раствора настойки, один стакан настоя травы на ведро воды раз в две недели. Это хорошая очень подкормка. Это если на истощенной земле. Еще раз повторюсь, если почва заранее была подготовлена, никаких дополнительных подкормок не надо. Хороших вам урожаев, приятных просмотров следующих видео. До свидания.